Самое популярное место у мамочек, понятное дело, детская поликлиника. Сегодня вот день здорового ребенка, мы туда как раз идем. И как видите, здесь мы тоже встречаем препятствия на пути. Туда я не пойду по той простой причине, что там бордюр, который мы просто не перемахнем на этой коляске. Остается радоваться, что сегодня у нас сухо, хотя бы здесь нету большой лужи, поэтому мы сейчас вот тут пройдем по такому, видите, ну кто-то тут позаботился, даже типа пандус какой-то сделал для колясок. Тут есть пандус, но он тоже такой не для всех колясок подходит. Сейчас мы попробуем, на этой коляске мы еще не заезжали на этот пандус. Вот, Макар, держись. Но так везет далеко не всем. Коляски разные, пандус один. Это даже скорее не пандус, а какие-то рельсы, что ли. Заведующая поликлиникой, кстати, без камеры сказала, что мамочкам сочувствует, но сделать пока ничего не может. А мы идем дальше, пытаемся пройти к городской администрации. Но в каком-то здании наверняка должны быть обустроены комфортные подходы для всех. Попробуем с тобой пройти. Посмотри, Биг Бен, какой там мэрия. Здесь самые главные люди нашего города работают. Пандуса тут нету, поэтому так вот по-молодецки мы сейчас хоба с тобой и пошли. Ребенок где-то чуть больше 9 весит, и коляска тоже, это уже облегченный вариант. Конечно, как бы с коляской, которая была изначально, я бы сюда не рискнула бы одна тащиться. Вот, а так, вот, смотри, какая красота, сыночка. Ну, увидите эту красоту, вы под силу далеко не всем. Пандуса со стороны театра оперного балета нет. Может быть, с другой стороны? Нет, вот на той остановке невозможно пройти. Перейдешь буквой П. То здесь у меня опять такая же лестница, да. Причем она, по-моему, еще побольше, чем та лестница. Получается, даже к мэрии пройти ни человеку с ограниченными возможностями, ни молодым мамам с колясками невозможно. Да, люди, между прочим, паркуются, они вот как бы совсем не думают. Мы не теряем надежды, пытаемся выйти к набережной. Нет, мы тут действительно не пройдем. А вот здесь пандус есть, ура! И достаточно, причем, широкий. Интересно, колеса наши встанут сюда? Оп! Колеса надо фиксировать, наверное, будет. Тут, видите, вот бордюры такие тоже. Вот, они, по большому счету, такие же, как ступеньки. Ну, бордюры — это еще цветочки. Чтобы спуститься к набережной, нужно идти либо по проезжей части, либо по такому пандусу. Откровенно говоря, я бы вот по такому пандусу не рискнула бы, ну, не дай бог, конечно, там ни на инвалидном кресле спуститься, ни тем более не доверила бы ребенка своего. То есть я, конечно, пойду по этой лестнице, но возьму коляску и буду снова качать бицепс. Но качать бицепсы будет уже папа. Он все это время смотрел за нелегкой прогулкой супруги со стороны, но тут не выдержал. Город не совсем оборудован. Пытаются, стараются, конечно, пандусы пытаются сделать, но не всегда под коляску подходит. Эти пандусы не всегда помогают, даже бывает иногда наоборот мешают. Где еще не проехать, не пройти? Для кого делают такие пандусы? Позиция мэрии и бизнеса в следующих сериях нашего проекта. Тут вот интересно, как попадать на этот пешеходный переход с коляской.